Итак, предприниматели собрались на Дни знаний. В Тюмени сегодня стартовал бизнес-форум с участием 1500 человек. Центральной темой стала работа с командой. Сотрудникам уже недостаточно зарплаты и соцпакета. Они хотят принимать участие в управлении и быть частью единой команды. Об инвестициях в персонал рассказали представители крупных тюменских компаний, консультанты и представители власти. Также в этом году на форуме появилась новая секция по маркетингу. Эксперты федерального уровня поделились секретами продаж через интернет. Сделали узкоспециализированную секцию интернет-маркетинга для того, чтобы предприниматели, у которых уже есть сайт, они сумели его настроить таким образом, чтобы он им приводил им реальных клиентов. И выступят несколько спикеров по теме, как выстраивать воронку продаж на сайте.